Ваня Алексеева, это он известный художник, опять-таки очень известный своими работами, инсталляциями, видео, и, в общем, она работает во многих современных жанрах. Что касается Владимира Раннего, это музыкант, это композитор. Композитор тоже очень хорошо известный и в Петербурге, и не только в Петербурге. И вот эти два человека соединились вместе и сделали вот эту самую инсталляцию. Что я в этой инсталляции выполняю роль бессознательного. А я безмолвного. Безмолвного, но сознательного. Или как? Ваня начинает. Ну, и выигрывает. Мне бы хотелось какой-то наводящий вопрос получить. Ну, просто у нас сейчас была такая дискуссия, да, вот с Иваном, с нашим Иваном, да, он может тоже сказать, что у нас была такая дискуссия, что любая работа, которая здесь находится, она, с одной стороны, связана, в общем, с высокими технологиями и, соответственно, с сознательным неким, да, вот явлением таким. Высокие технологии, они требуют определенного погружения именно в какой-то процесс такой, связанный именно с техникой, с технологией. А с другой стороны, это искусство, искусство, которое идет от глубин каких-то, оно от бессознательного. Так вот, здесь как идет, здесь сама идея. Ну, в данном случае, естественно, все это обдумывается, но и правильно, как бы, все это сознательно, схемы, техника. Сергей Карлов, который придумывает все эти наши технические фокусы. А настоящее искусство начинается, когда ты ни о чем не думаешь и просто позволяешь себе делать все, что ты захочешь. Да, то есть все-таки все, что сначала что. Ну, это как курица и яйцо, да. Я думаю. Кто пока не решил, кто раньше и не решат никогда. Ну хорошо, давайте поговорим о самой вещи, потому что у нас люди ее не видят, увидят только на экране, и вот нужно просто сказать немножко о том, как это все рождалось, как это в результате получилось. Ну, собственно, простая конфигурация в этих перископах. Находится видео. Иллюзия видео, да, которая специфическим образом переотражается находящимися внутри зеркалами. Вот. И таким образом, что изображение как бы помещается в тело вот этого шоколадного фонтана. А изображением являются разнообразные персонажи, советские медийные персонажи, да, которые специфическим образом там как-то существуют, с ними какие-то метаморфозы происходят. В том числе метаморфозы происходят и с гимном Советского Союза, который вы сейчас слышите, он поется, разумеется, на английском языке. Вот, и с музыкой там тоже что-то, разумеется, мелодия совершенно не та. Да? Вот, то есть все это какая-то... такая, что это, Маня, как ты сказала? Путаница. Ну, такая путаница, да. Вот так вот, как если бы динозавры воскрешали бы, да, а, в общем-то, вся эта медийная реальность и все эти персонажи, которые видны вот в этих вот перископах, да, они как вот какие-то динозавры прошлого, которые воскрешаются, да. Они же, я думаю, динозаврами просто воскреснут раз, и завтра вот все леса заполнены хищниками и травоядными гигантами, да. А будут какие-то спутанные, миксовые, искаженные, раздробленные, инвалидные такие формы этих воскрешающих существ. И вот в таком виде, спутанном, да, путанном, каком-то инвалидном, странном, запутанном, да, все вот эти персонажи и появляются здесь. И, собственно, да, вот если посмотреть вот так, вроде никого нет. Раз заглянули, они появляются. И я, кстати, много вижу людей, которые смотрят сюда, то так раз, нету. Раз, есть. Раз, нету. То есть, видите, вот, да? Они тоже, они как бы есть, но их и нет. Их вроде бы нет, но они как бы есть. Они подкрадывают. Вот. Иллюзия такая, да. Иллюзия. Да. Ну и сама тема в шоколаде, то есть как бы на веществе, имитирующем шоколад, возникают живые существа.